Проекту «Спортивный заряд» 3 года. Парки, скверы и даже набережная в Тюмени – масса мест, в которых можно бесплатно заняться подтягиванием своей физической формы, да еще и под руководством профессиональных фитнес-инструкторов. Мы через социальные сети мы провели голосование. Во-первых, где эти площадки хотели бы жители, чтобы они были размещены. Согласно пожеланиям, мы их разместили. Дальше мы поинтересовались, кто бы и чем хотел заниматься. И на сегодняшний день у нас на каждой площадке есть свое тематическое направление. Самое популярное направление – Light Fitness, но есть и узкоспециализированные площадки, на которых можно заняться спортивными танцами или гимнастикой. Я очень люблю такие мероприятия, когда куча людей, которые объединены одной целью, это заряжает. За первую половину лета тренировки спортивного заряда посетило около 1500 человек.